Продолжаем выпуск. Новый 93-квартирный дом строят в Петропавловске. Возводит многоэтажку в рамках государственной программы «Доступное жилье-2020» ТО «Основание». На каком этапе ведутся работы и успеют ли строители сдать объект в срок? Об этом в следующем сюжете. Пока реальная картина дома значительно отличается от плана, однако уже меньше, чем через год в построенную пятиэтажку уже будут заселяться первые жильцы. Сейчас работа на объекте идет полным ходом. За 3 месяца сделано многое. На одном из участков вбивают сваи для фундамента, на других уже укладывают кирпич. Если не возникнет трудностей, сдать 93-квартирный дом планируют в июле следующего года. Еще 2 секции мы не можем продолжить из-за переноса сетей. До Нового года мы должны выложить 3 этажа по всему дому кладки. Ну и постараемся их успеть заштукатурить. Сейчас здесь трудится порядка 30 человек. Строят 93-квартирный дом ТО «Основание» в рамках государственной программы «Доступное жилье-2020». Этот дом третий в микрорайоне Береке. Всего же по городу специалисты предприятия возвели порядка 20 объектов. К слову, в работе здесь преимущественно используют собственные строительные материалы или блоки и плиты североказахстанских товаропроизводителей. Планируют увеличить количество рабочих на объекте, чтобы не сбиваться с намеченного графика. Стоимость его 540 миллионов. На этот год 178 миллионов. Сейчас освоено порядка 50 миллионов. Ну, до конца года, я думаю, что мы справимся с планами, которые поставлены. Начали мы еще выполнять здесь к этому дому инженерные сети. Когда пару этажей поднимем, запустим сюда электриков. Общая площадь квартир в пятиэтажке по проезду до Смухамбетова 4725 метров квадратных. Ксения Куценко, Роман Куценко. Новости МТРК.